Привет! С вами снова повар от Бога. Спасибо за то, что вы подписываетесь на меня. Жду ваших комментариев. Вы даже не догадываетесь, как сегодня будет вкусно. Поехали! Предлагаю вам приготовить куриная грудка под грибным сливочным соусом. Итак, поехали. У меня 3 грудки, 2 луковицы, сливки, сливочное масло, шампиньоны и сыр. Так, приступаем. Ну, включаем нашу плиту. И мне надо высушить помытые грудки. Я их хорошо помыла. Теперь я их разрежу на более тонкие слайсы и немножко отобью, чтобы они были вот еще так. Так, я разрезаю на пополам. Так, вот такими кусочками. Вот такой кусочек. Так, и я сейчас под пленкой чуть-чуть отобью. Ну, это буквально для мягкости. Так, переверну. Перевернула. Теперь опять нашу пленочку. И повторяем процедуру. Так. Это раз. И у меня вот еще кусочки курочки. С ними точно так же. Чуть-чуть отобью, чтобы они были более мягкие. Так, обжаривать я буду на сливочном масле. Так, включаем. Так. Так. Просто обжариваем чуть-чуть. И складываем сразу на противень. Так, пока мы вот обжариваем курочку, мы нарежем лучок. Так. Так, теперь мы обжарим лук.
Так, у нас мало масла. Так, теперь мы добавим кусочек масла и будем обжаривать лучок. Так, пока обжаривается лучок, мы присолим и поперчим нашу курочку. Так как у нас будет сливочный соус, то мы будем использовать прованские травы. Это соль. Так, лучок у нас, смотрите, вот такой. Где моя мешалочка? Это мне неудобно. Так, вот. Совсем другое дело. Так, это вот у нас лучок. И сейчас мы сюда добавим наши грибочки. Не смотрите, что их много, они сейчас ужарятся. Так. Пока тут лучок с грибочками разбирается, а мы нашу курочку добавим прованские травки. Прованские травы подчеркнут сливочный вкус. Так. У нас, смотрите, практически выпарилась вся жидкость шампиньонов. Вот. И можно уже добавить сливки. Так, сейчас еще добавлю. То как-то не хватило. Так. И теперь чуть-чуть, чтоб оно загустело. Ну вот, у нас чуть-чуть оно покипело. И теперь мы делаем вот так. Выложим все поверх курочки нашей. Так, а теперь я хочу использовать два вида сыра. Вот такой у меня. Ну, полумягкий. Вот прямо так вот и выложу кусочками. И твердый сыр. Вот. Так и так. А сверху я посыплю твердым сыром.
Так, и все. Отправим в духовку. Поставлю 180 градусов. И ну, минут 20. Так, ставим нашу курочку со сливочным соусом и шампиньонами в духовку. Вуаля! Осталось 20 минут, и можно накрывать на стол. Понравилось? Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ждем новых подписчиков и ждем комментариев обязательно. Наслаждайтесь вкусной едой, всегда ваша, повар от Бога.